На плате присутствует светодиод, который индицирует наличие питания. Светодиод, который подключен к порту PC13. Джамперы. Еще здесь есть два джампера, которые пере... Также здесь есть два джампера, которые задают работу встроенного загрузчика. Также здесь есть два джампера, которые задают Также здесь есть два джампера, которые настраивают встроенный загрузчик, который... Также здесь есть два джампера, которые предназначены для настройки встроенного загрузчика, который здесь с завода. Также здесь есть два джампера, которые задают работу встроенного заводом загрузчика. Также здесь есть два джампера, которые задают работу встроенного микроконтроллера с заводом загрузчика. Также здесь есть два джампера, которые задают работу встроенного с завода загрузчика. Кнопка reset, которая служит для перезагрузки платы. Также выведен разъем для программирования. Часовой кварц для встроенных в микроконтроллер часов реального времени. Ну и основной кварцевый резонатор, который задает рабочую частоту самого микроконтроллера. С обратной стороны платы у нас ничего интересного нет, разве что стабилизатор. Встроенный стабилизатор.
С обратной стороны платы ничего интересного нет, разве что встроенный 3,3 вольта стабилизатор.